С этой стороны Симоновская и Якупова Свистунова. Она улыбнулся от уха, да, у нас всегда. Ну, все говорят, вот это улыбка. Третий ряд на скамейке. Слева направо называю. Лазарева, Поздеева, Смирнова, Беломытцева, Машина, Братко, Шестернева, Куропаткина. На спинке стульев не облокачиваемся, на пол стульчика садимся, спинки прямо. Еще раз, третий ряд, встаньте, пожалуйста, посерединке между людьми во втором ряду. Раздвиньтесь чуть пошире, у вас места там достаточно. Улыбаемся. Теперь второй, третий ряд, руки на груди скрестили. Чуть поплотнее встаньте, поближе к Юрию Анатольевичу. Да, прекрасно. Я про камеру. Потом будет как мужчина женский, вот эта девочка, которая... Да, да, да. Что это? Почему вы с Лизой не общаетесь? Скажите. Мы поссорились. Да? Все. Она съела мой банан дома. Продолжаем тянуться и расходимся по сторонам. Продолжаем разминку, девочки. Молодец.
плотный у вас объем, вот подержать эти мячи здесь. Два удержала? Удержала, да? Два. Поменяемся по кругу? Нет, нет, спокойно, сейчас потом тянут, запустим. Хорош. Хорош, что не выходит, говорят. Работаем, открытый мяч. Лиза! Вот пока они не придут в позиции, не надо выдергиваться. Пускай, вот будет продвигаться, вы будете с ней вот сюда идти. Да, хорошо. Сейчас следующая компания придет. Супер! Супер! Хорошая подача, президент. Хорошо, хорошо. Обманы, обманное движение было. Три. А как же то? Четыре, четыре. Куда там долго все? Ладно, четыре. Они просто били выше. Как? Ты всегда выжигаешь, долго били пиво. Они там увидели цифру. Я думал, ты тут по фонам была. Они 19 цифр увидели. Уже, ё-моё, ну что, Никита, Катя? Катин, фланговый дальний штрафной, в створ, ворот. Девочка, 95-я минута. Нифига себе, хорош! 95-я. Я мечтал, Саночек, она стоит, я ее жду. Я мяч поймала и забыла про второй. Все нормально. Юрич, мяч в руках, что еще надо? Мяч в руках. Завтра будет шанс исправить. Ты видела, какой дикий нормальный удар? Такая просто под удар. Под мясо, под пушку кинула.